Меня зовут Анна Молоцких. Какие внутренние мотивации, что мной двигало, это, ну, наверное, личные взаимоотношения с моим мужем, да, потому что до проекта, вообще, почему я подтолкнула, потому что после беременности, после родов, да, во время беременности, я набрала 30 килограмм вообще, просто при весе 50. И 30 килограмм казалось, что это абсолютно нереальная цифра, да, и на руках 5-месячный ребенок, и ты понимаешь, что идти в спортзал, там, нанимать тренера, это невозможно, это нереально, потому что, ну, я думаю, каждая женщина, у кого были маленькие дети, меня поймут. Поэтому онлайн тренировки, это был для меня вообще идеальный выход, да, то есть это идеальный вариант заниматься дома. То есть для тебя это было проще, экономило твое время? Да, это мое время, это деньги. Даже если бы я пошла в фитнес, это было бы дороже 2000, однозначно, ну, как бы, заметно. И какой результат у тебя получился вот за... Вот на данный момент, то есть вот старта, да, первого проекта и на данный момент? На сегодняшний день 9 килограмм. 9 килограмм. Это ежедневные тренировки. И вот на сегодняшний день я просыпаюсь, и у меня начинается ломка. Воскресенье, я помню, первый проект был у нас в воскресенье, тоже был рабочий день, а второй проект воскресенье, выходной. Я в воскресенье встаю, у меня ломка. Думаю, как, ничего не надо, да, то есть вот без тренировки, кажется, уже жизнь абсолютно сегодня невозможна. И вы знаете, ну, все классно, все здорово, 9 килограмм, там, да, формы, это приятно, там, новые знакомства, новые привычки, но самое дорогое для меня это было комплименты моего мужа, да, то есть... Муж стал меня замечать, да, муж стал меня замечать, он говорит, самое прикольное, что он сказал, когда вот я начинала, он говорит, слушай, ты со спины прям уже симпатичная, да, это вот когда мы начинали, а сегодня он говорит, слушай, у тебя, ну, как бы, твои формы сзади, да, они лучше, чем были до нашего знакомства, то есть я абсолютно сегодня благодарна даже этим лишним 30 килограммам, да, если бы не они, я бы не познакомилась с фаткиллером, да, не познакомилась бы с Гришей и не получила бы такие формы свои сзади, да, не получила бы орешки, поэтому я очень благодарна.